Борьба со снегом и паводком вновь на повестке дня Совета директоров в администрации города. Коммунальщики уверяют, что работают в полную силу, однако во дворах и на улицах все равно не пройти, не проехать. Управляющие компании уже приготовили насосы для откачки воды и трапы, а снег сейчас вывозят в первую очередь из тех дворов, которым грозит подтопление. Снега в текущем году значительно больше, чем в прошлом. Прошлые года выпадало, но при этом все равно надо создать некие аварийные бригады, которые могли бы оперативно реагировать на места подтопления. Вчера, вот, допустим, проезжал мимо пересечения Ленина и Дзержинского, там невозможно просто пешеходам переходить возле светофора, образуется лужа, ей просто некуда уйти, и ливневка еще не работает. Однако, по мнению руководителя ДРСО Александра Бреднева, вводить в работу ливневую канализацию целесообразно не раньше середины апреля, чтобы исключить возможность ее перемерзания из-за заморозков, как это было в прошлом году. Воду запустили, она замерзла, и потом такой паводок получили, что мама не горюй. Поэтому как бы лучше сейчас немножко перетерпеть, но вот, когда начнется вот, уже таяние, уже все, не будет возврата к морозам, тогда и запустим ее. В будущем для поддержки управкомпаний в весенний период администрация планирует найти пути частичного финансирования противопаводковых работ, возможно, по линии МЧС.